Всех приветствую на этом канале. Как вам? Доброе утро. Хищник. Доброе, доброе. Хищник. Он добрый. Добрый хищник, катает людей. Катает в море. Ну, мы с вами на пляже Лазаревский 2. Здесь вот. Народа уже полным-полно. Но я не купаюсь, не плаваю. Пока еще не выздоровел. Вот такая вот обстановочка на пляже. С утреца пораньше. Людей много, все хорошо. Небольшая такая приятная волна, как раз детвория. Вот прям самый рай, наверное. По волне-то попрыгать, да? Знаю, знаю. Сам маленьким был. Пункты проката готовятся к работе. Народ готовится. Точнее, не готовится, он уже отдыхает. А мы этот коротенький ролик скоро закончим. Потому что... потому. Еще есть места, тенечки. Не, можно у солнышка, на солнышке. Можно под зонтиком, можно в тенечке. На море сейчас хорошо везде. Но, конечно же, не злоупотребляйте прямыми лучами солнца. Смирно, равнение налево. Привет. Девушки тут с кофе поутру. Вот такие дела на пляже Лазаревский 2. Все классно. Все красиво. Там народ на волнах шумит просто. Еще раз хочу показать вам эти фрагменты. Ну, детворе за радость. Старшие люди уже заплывают, кто плавать умеет поглубже. А, пацаны, девчонки, им же тут у самого берега самое то, самый кайф на волне попрыгать. А я пойду к Владимиру. Он мне вчера как бы слегка-слегка намекал о наличии чего-то там подарочного. Ох, гора мусора, вот это вот плохо. Вот это плохо. Что это такое? Время уже вывоза прошло. Я пришел, а он не встречает. Мы у него сейчас заберем оптом конфеты все сожрем. Какие-то китайско-японские. Да, да, да. Здрасте, здрасте. Привет. Так, Алексей. Так, ты вчера намекал, да? Да. Так, давай с приятных подарочков начнем. А что, бывают они еще неприятные подарочки? Бывают, только приятные. Это те с Донецка, от Елены Вячеслава, Ростовская область. Донецк, спасибо. На камеру. Обелиск, они сражались за родину. Ну, памятные места. Донатик я тебе даю, смотрите-ка. Так, вот тебе еще тут передавил. И вот с Азова. Азову, спасибо. Ну, блокнотики, они всегда нужны. Это календарик. Ух ты. Интересный, понедельник, вторник, среда, четверг. Так, а тут у нас блокнотик вот такой деревянный. Так, сейчас скажу от кого. Так, Алексей от семьи Золотаревых из Азова. Спасибо, спасибо большое. Самому лучшему блогеру. Сглазите когда-нибудь меня, сглазите. Ну, мне тоже пишите мне приз на ключике с Азова. Пушка. Не единорог и этого полупудового калибра. Ну, какое-то серьезное орудие. Приезжайте, у нас тепло, все хорошо, ждем вас. Ребят, спасибо большое за подарки. Да, спасибо, спасибо. Всем доброе утро, всем пока. Пока-пока.